правящая партия «Единство». Кабмину Страуима отвели сроку до осени. Глава парламентской фракции «Единство» Солвита Аболтыня допускает, что этой осенью нынешнее правительство уйдет в отставку и вместо него будет избрано новое. Сегодня этот вопрос не стоит на повестке дня, но я не могу сказать, что такого не может быть. Это может произойти, и смена правительства не станет какой-то трагедией для Латвии. Лидер «Единства» пояснила, на данный момент цели у политиков иные. Нужно закончить председательство в Совете ЕС и показать всему миру внутреннюю стабильность страны. Однако после того, как отпадет необходимость вести себя образцово, возможны перемены в правительстве. Ранее представитель оппозиционного согласия Андрей Клементьев уже заявлял, что у нынешнего правительства Латвии нет новых идей. Оно себя исчерпало и, скорее всего, развалится этой осенью.